Товарищ майор, разрешите доложить. Выполняем ваш приказ доставить арестованного в госпиталь. Вольно! Что-то случилось, товарищ майор? Случилось. Не знаешь ты, Павлов, какого орла везешь? Как он там? Да что с ним станется? Живуч гнида! Ну что, разлегся без команды? Давай! Я так и думал. Да, господин Клюге. Ты рылась в вещах этого господина? Да, да, да. Я рылась. Сдаешь? Что ты там искала? Я ничего не искала. Я не рылась в вещах этого господина. А господин утверждает, что ты. А? Этого не может быть. У вас ведь ничего не пропало. Я не рылась в ваших вещах. Ты знаешь, что мы делаем с теми, кто обворовывает немецких офицеров? Ну, господин Клюге, я ничего не брала. И это какая-то ошибка. Разговаривать будешь в гестапо. Увести. Господин Клюге, я вас прошу, вы можете меня обыскать? У меня ничего нет. Почему я? Это какая-то ошибка. Обыщите меня, прошу вас. Я ничего не брала. Медлишь? Давай стреляй и концы в воду. Я кончился, и тебе тоже скорый конец. Пойдем вдоль дороги. Завтра будем на месте. И пахнут, говорит, формалином. Так что на саперов-то они не очень-то похожи. Так. Выставка диверсионной группы готовится на 15 число. Поэтому нам нужно знать достоверную информацию. Для этого нам необходим один из этих саперов. Скажите-ка, они бывают в городе? Нет, это исключено. Их берегут, как зеницу ока. В зону они ездят в сопровождении бронетранспортера. Так что зона, само собой, отпадает. Остается пансионат. В пансионат возвращаться рискованно. Я знаю. Но я попробую. У нас выхода другого нет.
Хорошо. В любом случае, информацию о выставке десанта передайте группе Шалова. Как ни печально, Ревенко был прав. Другого выхода я не видел. И было бы удивительно, если бы после похищения нам удалось уйти живыми. Господин полицейский, не найдется прикурить? Что-то еще? Да. Не хотел об этом в церкви. С Едвигой надо что-то делать. Она предатель. Повторяю свой вопрос. Зачем ты рылась в вещах? Что ты там искала? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ты работала в столовой, в Черновицах? Да. Кто был твоим начальником? Йоган Штольц. Как долго ты там работала? С лета 42-го до конца 43-го года. Уверена, что не знаешь этого человека? Да. Не слышу. Громче! Я уверена, что не знаю этого человека. Правильно. Курт Нернберт. Твой начальник в столовой с лета 42-го по март 43-го года. Твои хозяева в Москве не знают этого. И это провал твоей легенды. Поэтому повторяю вопрос. Что ты искала в вещах господина? Вы кто такой? Что вам угодно? Мне сказали, что вы сдаете комнаты с видом во двор. Господи, как вы меня напугали. Здравствуйте, товарищ. Я смотрю, вы здесь уже освоились. Шифровка у вас с собой? Маклер Орлу. Связь на месте провалена. Канал придется ликвидировать. Простите, но я не понимаю. Может быть, чай? Простите меня. Простить вас? Простите меня.
продвигаются ваши поиски? Вы уже стали новым графом Монте-Кристо? Вильгельм звонил мне на днях, интересовался. Увы, я уже начинаю сомневаться в успехе. Ничего удивительного там. Война? Вальтер, мне, как человеку далекому от войны, не очень понятны все эти ограничения, пропуски, разрешения, регистрации. Вам нужен пропуск? Как вы догадались? Я хочу взять на прокат машину и попробовать продолжить свои поиски в предместьях. Подойдите ко мне завтра в 10 утра, я распоряжусь. Ну, постарайтесь не удаляться далеко от города. Не забывайте, что мы находимся в прифронтовой зоне. Здесь полно всякого сброда. К тому же наши бравые жандармы могут вас случайно принять за русского шпиона. А, это было бы любопытно. Я и русский шпион. Вальтер. Ничего смешного, Отто. Шпионов у нас вешают. Правильно, война все-таки. Господин Вельт. Ревенко смог пройти в пансионат без сложностей. Настоящее вино в настоящей русской фляге. Его полицейский пропуск все еще действовал. Вася! Вася, это не я! Кто? Это не я! Он! Пустая бочка есть? Пустой! Там! Тащи! Я прошу вас. Побыстрее, побыстрее. Вот так вот, давай, 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 давай. Вот, вот. Борт, борт, закрыл. Быстрее, быстрее. И вот. Вон отсюда. Пошли, 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 пошли. Ничего страшного. Пошли, Маша. Иду. Иду, Вася. Ты будь спокоен. Я все сделаю. Молчи, дурак. Молчу. Молчу, Вася. Спички дай. Ну что, поехали? Поехали. Пойдем со мной. Матрос. Не сбежит. Здание. Ой, что такое? Подарок. Ну-ка. Проверим. Че за подарок-то? Опа! Опа! Где ты его нашел? Нализался просто как шайзе. Так, все, ладно, ребят, поехали. Так, парни, бери, у тебя этого красавца, да? Чего сидишь? Дверь открой. Вылезай. Приехали.
Может, его хлопнуть? Да зачем? У него там сзади гранат привязан. Гуляй давай. Нихт Форштейна! Нихт Форштейна! Хлопцы, а-а-а-я! А ты здесь погуляй. Нихт Форштейна! Что там у вас происходит, Клюге? Как вы могли это допустить? Вы устроили себе привольную жизнь за счет Рейха. Ваша бездеятельность – это предательство. Под трибунал пойдете. Я отстраняю вас от руководства пансионатом. Вон! Вон отсюда! Хайль Гитлер! Начнем сначала. Имя? Франц Вельц. Звание? А? Ты что, сука, русский забыл? Я гражданское лицо. Франц, расскажи нам про ракеты. Расскажи нам про ракеты, и ты будешь жить. Какие ракеты? Я врач. Врач нам не нужен. Не надо! Не надо! Я все скажу, я все знаю! Я знаю! Это все бутафория! Это обман! Строительство – это обман! Строительство – это повод собрать заключенных Ихром 10 тысяч. Это новое секретное оружие Рейха. Когда застанет час Икс, их заразят цепным тифом, а охрана оставит лагеря. Инфицированные смешаются с наступающими войсками и гражданским населением. Начнется эпидемия. Доступление будет сорвано. Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Вот к чему привели твои игры с русскими диверсантами, Вальтер. Вначале в пансионате у этого ротозея обнаруживают русскую шпионку. А затем похищают одного из наших врачей. Похищают из пансионата этого кретина Клюге. Что я скажу фюреру? Если в течение 2 суток русские диверсанты не будут обезврежены, это твой единственный выход, Вальтер. И учти, диверсанты мне нужны живыми. Слушаюсь, господин Унтерфюрер! За все время службы начальство впервые так разговаривало с группой. И теперь он был готов прибегнуть к самым жестким действиям, чтобы исправить свою ошибку. Найти меня и обезвредить разведчиков. В городе начались масштабные проверки и облавы. Ну? Позвольте вас спросить, кого мы ждем? Кто знает, кто знает. Может быть, вашу племянницу, может быть, еще кто-то придет. Зосю! Вы ничего не перепутали? Почему вас интересует Зося? Почему вы темните, Виткович? Данс нам все рассказал и о сводках, и о бандитах, которые должны были грабить вагоны. Какие бандиты? Данс бесчестный человек! Но вы ведь знаете человека, который платит золотыми червонцами.
Еще бы. Он еще больше жулик. Надо было увезти Витковича из города, как только началась облава. Никогда себе не прощу, что не сделал этого. Только Зосю не трогайте. Какая нелепость. Скоро они должны были прийти и за мной. Сотни три эсэсовцев. Близко совсем. Направление. Северо-запад. Расстояние. 700 метров. Куда они нас гонят? А Бог его знает. Здесь заслоны. Можно попробовать прорваться. Вот здесь скалы и обзор ограничен. С вельцем по скалам не уйдешь. Идем на запад. Там разденемся. Рыжий! Живой! Живой? Рация! Че, рация, живой? Давай, браток, вставай! Рация! Быстрей! Слепую палят по кустам. Разделимся. Филин схоронит Чику, а мы ведем немцев за собой. Товарищ капитан, я, конечно, все понимаю, но гвардии я не согласен. Гвардии младший сержант Чекалин, приказы не обсуждаются. Мой тебе приказ. Дойди. Иди ночью, не рискуй. Попадешь к нашим, пароль Мурманск. Они переправят тебя в разведотдел к полковнику Ракитину. Я сказал! Ты меня понял? Да понял, я понял. К Ракитину. Давай, брат. Пошли. Сволочь немецкая. Ну что, пошли? С Богом, Чика. Тебе с Богом, матрос. Ждем, Филин. Как Чика? Нормально. Спрятал, грязью вымазал, что собаки не ночуют. Одежду ему схоронил. Пошли. Вставай, гнида! Оставалось одно незаконченное дело. И в данном случае действовать приходилось нетрадиционными методами. Вот так. Вот уж кого не ожидал сейчас увидеть. Вы не уехали? Зашел попрощаться с вами. И попросить, кстати, еще об одном одолжении. Не бескорыстно, конечно, время, знаете, сейчас небезопасное. Ай, вот ты хитрец. Хотите сказать, что вам удалось найти то, что мы еще не увезли? Вы проницательный, Вальтер. За безопасность вывоза моей коллекции я вам предлагаю, от ее стоимости, разумеется, ну, скажем, треть.
представляет собой какую-то ценность? Там есть золотые украшения, старинные монеты, драгоценные камни. Правда, не самые высшие пробы. Ну, как всегда, скромно. И вот, интересно было бы взглянуть. К вашим услугам. У вас есть 5 минут, а ты здесь, совсем рядом. Сожалею вот оно. За полчаса обернемся. Я на машине. Тогда едем. Холодное нынче лето. А куда мы приехали? Облака какие. Не дергайте штандартенфюрер. Вы же не куропатка. Что все это значит? Слушайте меня внимательно, Вальтер. У нас мало времени. Через полчаса состоится обмен. Что? Вы? Да, я. Мы с вами совершим сделку. Ваша жизнь в обмен на жизнь известной вам Марии. Пишите. Передать заключенную в распоряжение СД. Или как это там у вас по-русски? На здоровье. Бедный Вальтер. Он действительно не подозревал меня. Его отпускать нельзя. Конечно, нельзя. Так увлекся своими интригами против советской разведки, что не заметил ее у себя под носом. Не хотелось стрелять ему в спину. Но когда у тебя нет иного выхода, трудно сохранить благородство. Там сзади есть автомат. Автомат! Быстрее! Магазин! До встречи. Увидимся!
Жили фрицы. Патронов больше нет. И у меня. Похоже, мины. Я проверю. Давай. Прощайте, капитан. Прощай, Рыжий. Возвращаться не придется. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуй, майор. Твоего Павлова живым нашли. В госпитале лежит. Навестишь? Так точно, товарищ полковник. Гайдулину не везло. Почему-то не арестовали Ракитина по доносу, и Павлов оказался жив. Но главные неприятности были впереди. Дважды не убивают птицелов. Он мертв? Арестовать. Чики пришлось идти без оружия, без провианта, через территорию противника и линию фронта. Наверное, если бы не приказ Мосина дойти во что бы то ни стало, он бы умер по дороге. Я Мурманск. Чего? Срочно в штаб. Я Мурманск. Давай. Thank you.
Мы успели. После сообщения Чики советское командование решило высадить в лагере десантную группу, в состав которой входили и военные санитары. На следующий день началось наступление наших войск. План группы был хорош, разве что он забыл об одном правиле. Ничто никогда не идет по плану. Нам повезло. Врачи не успели инфицировать всех заключенных. Тех же, что заболели, еще можно было спасти. Здравствуйте, товарищ Маклер. С возвращением, Галя. Что с группой? Тяжело ранен гвардии младший лейтенант Чекалин. Остальные? Мосин? Филин? Матрос? Рыжий? Первого украинского фронта, перейдя в наступление при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону немцев на Львовском направлении. И за три дня наступательных боев продвинулись в глубину до 50 километров, расширив... Три года. Группа работала. Ни одной ошибки. Лучшие ребята гибнут, жаль. Очень жаль. А что думает сам Маклер? Он уверен, что узнать его мог только Груббе, но он мертв. Вы уверены в этом? Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Это подтвердил Ревенко. Продолжайте, продолжайте. У нас сейчас есть коридор на румынской границе. Туда пробиваются остатки первой венгерской армии. Маклер мог бы вместе с ними вернуться в Венгрию, а оттуда в Вену. Опасно. Есть еще какие-то варианты? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Этот единственный. Действуйте. Есть. Скажите, вы скупаете ценные вещи? Я же обещал, что вернусь.